Мирослав, сегодня с папой все, видишь, как все строго. Игрушки убрать, да? Это столько он должен съесть. Да. Я столько не съем. Не спеши, скажу. Мирослав, поспешить надо. А надо как-то руки. Ты, наверное, тарелку, может, поставь сюда? Нет, сейчас ему надо руки убрать. Как? Привязать? Связать. Мирослав. Где скотч? Мирослав. Мирослав, ты есть собираешься? Вот так, все. Вот так, вот. А будешь? Да. Самое интересное, что когда банан или печенье, говорит. Да? Как мышка вот так. Ты наоборот, Мирослав, хочешь испачь? Стой, волос какой-то. Стой. Мирослав, ручками не надо. Мирослав, без паники, хватит поесть всем. Очень нравится, скажи, да? Руки мыли? Мыли, скажи. И не только руки. Мирослав, вот руки не надо. Не, он отсюда упадет, подожди. Давайте я буду держать тарелку, а вы справляетесь. А что оно так наискосок стоит? Ну вот под наклоном. Так оно же все будет скатываться. Правильно, к нему, не к тебе так же. Так оно будет не к нему, а под него скатываться. Тарелку сюда. Да что ж такое? Стой, не надо подтягиваться. Подожди, сейчас я буду. Ага. Ты сердишься, да? Вот. Все, уже терпению скоро придет конец, скажи. Вот так. Хочется кушать, скажи. Вот так прям хочется. Как оно вкусно, Мирослав? Ну как? Ну зачем? Почему надо? Потому что там собака. Да, там дружок, скажи, сидит. Да, на дружка смотрю. Буду в холодильник. Да. Так, на дружка не смотри. Да. Тебя ж не дружок кормит. Сейчас. Без фокусов. Скажи, быстрее хочется. По-быстрому. Еще много дел. Да? Скажи, у нас на еду, у нас ограниченное много время. Много дел, еще не какал, не писал. Какал, папа, скажи. Иначе мало дел. Нам еще в магазин идти. Магазин идти. Скажи, купить решетку. Что ты голову так бьешься после каждой ложки? От удовольствия. Бух. Вкусно? Да. 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 Вот так. Скажи, в ручки отдай мне. Я сейчас быстренько покажу. Да? Все, ты все съел? Все съел. Вот. А спасибо папе. Не умеет пап, да, еще? Не хочет. Не наелся. Да? Или объелся? И лень говорить спасибо. Объелся, Мирослав? Не? Ты ложку домыл? Давай. А то руки мыть придется. Все? Что ли? Все, что ли, скажи? Больше не будет? Волосы.
Что? Все, скажи всем спасибо, вы свободны. Да? Оба. Ну вот, пока пошла за компотом, компотик налила ему. А тут уже та-дам, и все. Сегодня у нас очень тепло, 27, по-моему. Положу пока здесь. Компотик, говорю, просто из яблок. И он нормально так выпивает. Он тут бутылку вчера выпил, сколько здесь? 60 грамм, ну чуть больше. Грамм 70 в день выпивает компот. Но пока только с зеленого яблока. Без сахара, без ничего. Та-дам! Вчера убирали в этом, ну, там, в бане. Нашла флаг у Славы. Повесила. Папа говорит, давайте правильно повесим. Я говорю, пойдет пока. Ой, сегодня опять проверила видео. Опять я видео загрузила, блин. Черти по какому. Короче, как я так делаю, не знаю. Опять на два в дневник получила от Славы. Света, почему ты файлы не проверяешь? Света, как так можно? Уже второй раз это. Потом мне уже люди пишут, а вот это уже выставляла. Думаю, чего я выставляю? Проверяю, елки-палки. Ой. Короче, мама говорит, тут свекла уже повсходила. Мне кажется, сегодня нужно... О, лук как хорошо взошел. Сегодня нужно обязательно поливать. Ой, как это нудно. Без шланга. Шланга нет, вручную поливаем. Это вообще... Ой, сколько работы. Это просто пипец. Так уже не терпится все вот это вот, вот это вот, это вот, это все разгребсти. Не знаю, когда мы это сделаем. Пока решили вот эту сетку не трогать. И вот эту сетку тоже не трогать. Да, Мышкина? Им тут нужно навести порядок. Потому что вот эти дрова, это стойки же, Слава, когда разбирал на огороде. Они остались. Слава сегодня собрал сено там. Вот получается. Ну, сено. Трава, видите? Будем подстилать. Куром. Посмотрим. Так что вот так. Не знаю, сегодня думали-гадали с этим курятником. Я говорю, Слав, давай не будем в этом году это вкладываться в него. Что-то поставили, погадали. Он говорит, делать, не делать. Я говорю, давай его просто подрихтуем. Мы же хотели полностью новый, полностью все заваливать. Вот. Я говорю, наверное, это как бы не то, куда нужно вложить деньги. Потому что, правда, сейчас столько дырок, как бы, да, куда можно и куда более нужно, да, потратить финансы. Мы решили курям пока оставить то, что есть, да, курочки. Вот, потому, поэтому, кто там сильно интересуется, почему не наводите порядок, там, почему... Ребят, мы по возможности наводим порядок, но у нас катастрофически не хватает на это просто рук и времени. То, что приехали родители, это, конечно, прекрасно. Конечно, нам теперь попроще, и Мирослава есть на кого оставить. Но сейчас еще заканчивается школа. Мама просто мега много-много-много времени тратит сейчас на то, чтобы догнать школу с Мишелем, потому что он отстал. Вот, сейчас они догоняют школу, сдают все работы, и потом, конечно, будет еще больше времени. Но пока есть вот так. Также ограниченный, конечно же, бюджет. Вот, мы сейчас думаем, что нам важнее сделать, а что как бы можно сделать позже. Поэтому все силы сейчас идут сюда именно, в огород. Нам нужно посадить, нам нужно вырастить, чтобы у нас было что кушать. Вот, поэтому в доме какие там обои, какие вы там увидели там... на кухне там и все остальное, нам сейчас вообще не до этого. Честно, мы это все замечали первые дни, сейчас мы даже этого не замечаем. Покушали, попили, из дома вообще ушли. Мы весь день находимся на улице. Поэтому что там происходит, нам будет интересно зимой. Вот, зимой мы будем делать ремонт, зимой мы там что-то будем подрихтовывать. Но не сейчас. Сейчас у нас самое важное – это огород. Вот, и что-то здесь вот сделать. Вот, вот этот мы каждый день ходим мимо вот этих куч. Я говорю, надо это пособирать, надо пособирать. Ну, не хватает. Вот, а сейчас в эту жару, не знаю, как у Славы, я буду уставать в 20 раз быстрее. Вот. Так что
Так что вот так. Все постепенно сделаем. И так я считаю, что мы уже дом немножечко преобразили. По сравнению с тем, если бы вы давно нас смотрите, или вы можете отмотать, когда мы только купили, что здесь было вообще? Здесь просто завалы, завалы были. Мусора. Очень много мусора мы уже вынесли. И еще, конечно же, выносим практически каждый день. Вот. Так что продолжаем. Все продолжаем делать.